Каким образом работает сопоставление с образцом в случае, когда у нас имеется функция нескольких переменных? А в этом случае общий принцип работы следующий. А сопоставление с образцом происходит, как обычно, сверху вниз, то есть проверяется, подходит или не подходит образец сначала первое уравнение, второе, третье. Но внутри каждого из уравнений сопоставление с образцом из-за наличия нескольких аргументов происходит слева направо. То есть сначала проверяется первый аргумент, потом второй, потом третий и так далее. А точная семантика сопоставления с образцом заключается в следующем. У нас при сопоставлении с образцом возможны три варианта. Во-первых, сопоставление с образцом может произойти удачно, success. А в случае удачного сопоставления с образцом у нас выбирается именно это уравнение из системы уравнений и используется правая часть нашего уравнения. Вторым возможным вариантом служит неудача, fail. Неудача – это не самое страшное, что может произойти. В случае неудачного сопоставления с образцом мы просто переходим к следующему уравнению, если оно есть, конечно. И, наконец, третий возможный вариант – это расходимость. При сопоставлении с образцом у нас может возникнуть некоторое бесконечное вычисление, ну тогда у нас, если у нас происходит самая расходимость, то сопоставление с образцом мгновенно прекращается, наша программа аварийно завершается. Давайте посмотрим на примерах, как это работает. Перед нами некоторая простая функция фу, частично определенная, она определена на числах, на целых числах, и определена на паре 1, 2 на двух аргументов, она возвращает значение тройку, и дальше она определена на парах 0 и произвольное значение, здесь она возвращает пятерку. Давайте попробуем позапускать эту функцию фу на разных входах. Ну, на численных входах это не самое интересное, давайте запускаем ее на значениях, скажем, 0 и undefined. Что при этом произойдет? При этом возвращается значение 5. Посмотрите внимательно, у нас есть расходимость, но она у нас элиминировалась в процессе сопоставления с образцом. Как происходили вычисления? Вычисления происходили следующим образом. Сначала у нас происходило сопоставление пары, которая нам передана в качестве аргументов, с первым уравнением. 0 сопоставляется с единицей. Обнаруживается, что сопоставление с образцом неудачно. И это значит, что мы сразу переходим ко второму уравнению. Никакого сопоставления второго параметра двойки с undefined у нас не происходит. Это как раз очень полезная идея, принцип сопоставления с образцом слева направо и сверху вниз. Таким образом, неудача на первом параметре приводит нас к переходу к следующему уравнению. Это, кстати, означает, что, вообще говоря, при сопоставлении с образцом аргументы не совсем эквивалентны. Если бы мы переставили аргумент, наша функция бы и при вызове, наша функция расходилась бы. Теперь мы переходим ко второму уравнению. Сопоставление первого параметра, оно происходит слева направо, происходит удачно, значит, необходимо осуществить попытку сопоставления с образцом здесь, но здесь у нас используется подчеркивание, wildcard, как его иногда называют, ну, иногда переводят как joker. Ну, обычно говорят символ подчеркивания. Слово joker, в общем, не очень прижилось. В этом случае никакого связывания не происходит, и запуска вычисления undefined тоже не происходит. И мы получаем значение 5. Кстати говоря, никакого вычисления не будет происходить, даже если мы здесь заменим подчеркивание на некоторую переменную, то есть свяжем второй аргумент нашей функции foo с переменной. Действительно, давайте сохраним, перезагрузим наш модуль и опять вызовем foo на значениях 0 и undefined. Конечно, переменная x связалась со значением undefined, но сопоставление с образцом в этом смысле ленивое. Оно ленивое, потому что нам значение x в данный момент не нужно, а нам не нужно вычислять x. Нам достаточно, что x связано с вот этим вот всегда расходящимся вычислением. Но поскольку в правой части у нас x не используется, то это расходящееся вычисление никогда не запускается. Если бы мы в правой части использовали x, тело функции, то, конечно, мы получили в тот момент, когда добрались бы до этого использования, расходимость и соответствующее сообщение об ошибке.
переставив аргумент в предыдущем вызове, мы получим ситуацию, когда у нас как раз происходит расходимость на первом же образце. То есть вот такой вот вызов, он вернет нам сообщение об ошибке undefined, потому что сопоставление с образцом требует некоторой энергичности. Действительно, мы должны, здесь у нас имеется значение 1, а сравниваем мы его с чем-то, и мы должны проверить эту единицу и то, с чем мы его сравниваем, на равенство. Для того, чтобы проверить что-то на совпадение, нужно запустить вычисление того аргумента фактического, который передан в эту функцию. Но это вычисление мгновенно расходится, и мы получаем расходимость, даже не переходя ко второму образцу. Хотя наша функция определена частично, и она расходится, там, скажем, на вызове вот таком вот 2. Тем не менее, вот это вот другая расходимость, которая связана с тем, что просто у нас закончились все образцы. То есть, если ни один из образцов функции не подошел, это знакомая нам ситуация, то у нас возникает расходимость. Но расходимость может происходить из-за того, что переданные аргументы расходятся. Эта расходимость происходит раньше. Ну, давайте теперь по качестве последнего примера приведем вызов функции foo на значениях 1 и 5 минус 3. Вот здесь вот у нас будут форсированы некоторые вычисления. На самом деле, если мы поглядим на первое уравнение, мы увидим, что этот вызов подходит для нашей функции. Что происходит при вызове? Сначала единица сопоставляется с единицей. Это происходит успешно. Значит, первое уравнение пока является хорошим кандидатом. Дальше двойка сопоставляется с некоторым выражением. И для того, чтобы сравнить двойку и это выражение, нам нужно запустить вычисление этого выражения, довести это выражение до значения, а потом свести с двойкой. Haskell это делает. То есть Haskell форсирует вычисление, сопоставление с образцом, может некоторые вычисления форсировать. Мы сталкивались с этим уже. Вот здесь еще один пример такого форсирования. Форсирует вычисление, сравнивает одно с другим. Если сопоставление происходит успешно, как в этом случае, то просто возвращается значение, в данном случае значение 3. Те же принципы, которые верны для случая функции многих аргументов, в данном случае мы разобрали два аргумента, сверху вниз и слева направо, верны и в случае, когда у нас в качестве аргументов выступают более сложные структуры. Ну, давайте посмотрим, например, на функцию bar, которая очень похожа на функцию foo, но вместо двух аргументов подряд мы как бы эту функцию декорировали, выполнили процедуру анкари. Мы задаем функцию над парой вместо функции двух последовательных аргументов. Здесь верны те же самые принципы, то есть происходит сначала сопоставление с образцом внутри сложной структуры, слева направо. Сначала проверяется самый левый элемент структуры, потом правый элемент структуры. Ну, в более сложной структуре, поскольку структура линейная, мы всегда можем проглядывать слева направо и проводить соответствующее сопоставление с образцом. Все те операции, все то, что у нас касалось функции foo, в отношении того, на каких образцах она как себя ведет, точно так же работает и для функции bar.